новый кринж Влада А4. После ухода Кобякова из команды Влада А4, Владос еще долго искал на его замену нового участника. И сегодня стало известно, что за место няшки Кобякова Влад А4, видимо, поставил на его место своего любовника Марка Чумаченко. Это тиктокер, который снимает, ну так скажем, очень странный контент, который предназначен, видимо, для маленьких мальчиков нетрадиционных ценностей. Какой ужас! И теперь вот это будет главным лицом главного детского канала в СНГ. Не знаю, как вы, но лично я это максимально осуждаю, если вы понимаете, о чем я.